māsas nomiega modušās par sevi pastāvēt. С радостью сообщаю, что 20 октября 2018 года в Олимпийском комплексе Сконта в честь столетия Латвии состоится межконфессиональная всенародная молитва «Боже, благослови Латвию». Призыв ко всем церквям Латвии, всем епископам, всем пасторам, каждому члену церкви, независимо от конфессиональной принадлежности. Эти молитвы имеют три цели, которые я получил от Бога. Первая – рост. Вторая – молитва. Третья – голос. Во-первых, каждая церковь должна расти духовно и количественно. Это главное условие преображения и пробуждения в Латвии. Во-вторых, единая молитва. Не только в своих церквях, не только где-то локально, но конкретные молитвы раз в году, когда все конфессии, все пастора, все церкви собираются в одном месте, чтобы поклониться Богу и прославить Его. Молиться за Латвию и за свой народ. И в-третьих, отдавать свой голос. У нас есть голос. Мы будем отдавать свои голоса за христианские ценности в правительство и в свой народ. Латвия не зависит от того, что происходит в Европе, а как раз-таки наоборот. Духовный мир, духовные вещи, все то, что происходит здесь, на нашей земле, в нашем народе. Духовное пробуждение в Латвии повлияет на Прибалтику и Европу. Я верю в духовно и экономически развивающуюся землю и народ. Я верю в благословенную Латвию, о чем также свидетельствует гимн нашей страны. Я верю в народ и землю, куда люди приезжают, а не из которой люди убегают. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Присоединяйся, не пропусти.